заканчивал проводку под берегом, уперся в рыбу, почувствовал тычок, подсек, и вот он. Успел фрикцион расслабить и камеру включить. Не сдается. Не сдается. Шнур стоит у меня плетеный, четырехжильный, 0,10 миллиметров. Рыба до конца идет, не сдается просто. Вот выматывает. Сейчас рука отдохнет чуть-чуть, пусть погуляет. Попробуем его подмотать. Он вообще просто не сдается. Ладно, подождем чуть-чуть. Пусть он все равно устанет. Если он хорошо сидит, он устанет. Скорее всего, в хвосте, потому что очень тяжело его подтянуть к берегу. Он на середину выплыл и стоит там. Правая рука затекла, левая подержим чуть-чуть. Такой вот себе. Вот посмотреть, что там за рыба. Интересно очень. Он потихоньку всплывает. Хвост вижу. Приманка в хвост зашла. Это сазан крупный. Посмотрите, какой огромный, просто машина. Вот он, красавчик. Это сазанчик, красавчик какой, посмотрите на него, такой тут ближе к двушке, наверное. Сейчас я спущусь в воду, а тут, я не говорю, не очень удобно. Красивый какой, посмотрите на него. Вот он, попался. Вот такой. Красивый сазаняка. Сейчас мы его взвесим. Крючок я вытащил. Так, удилище. Вот такой крупненький.
крупненький, прям хороший. Тысяча 1880. Хороший такой сазанчик. Вот такого парня припарковал я. Тихо. Пусть лежит. Это хорошая рыба. Что, друг? Давай домой. Пошли в воду. Потихонечку. Давай. Поплыл. Прощай.